Итак, добрый день гостям, подписчикам моего канала. Сегодня мы находимся в моем ретро-разделе «Назад на рыбалку в СССР». Сегодня мы поговорим о таких вот советских компасах. Компасы Made in СССР, которые шли на экспорт. Давайте рассмотрим их поближе. Вот такие вот компасы на обратной стороне Made in СССР. Логотип завода, где они выпускались, и двоечка. Давайте рассмотрим их поближе. Итак, хорошо, что они очень маленькие, шли куда-то на экспорт. Советский Союз, конечно же, очень много товаров на экспорт отправлял, в том числе и эти компасы. То есть мы видим, если, конечно, близко, как любой компас, два компаса вместе близко поднести друг к другу, начнутся помехи. Но если они... их убрать подальше, они будут показывать точно, что один компас, что второй. То есть эти абсолютно рабочие, точные компасы. То есть плюс, что они небольшие, как бы, и очень легкие, и достаточно компактные. То есть этот компас, вес этого компаса всего 21,9 грамм. Второй он точно такой же, 23,6 грамм, только другой расцветки. Далее, диаметр 5 на 5 сантиметров. Вот такие вот два малыша. К сожалению, производство я не знаю, кто производил эти компасы. Вы, если знаете, напишите в комментариях, буду очень рад. Итак, вот такие два советских компаса, написано Made in СССР, значит, они шли на экспорт. Куда, я не знаю. Производитель, говорю, кто знает, где они производились, напишите в комментариях, я буду очень рад. Вот такие вот точные советские легкие компасы. А вы, как всегда, напишите в комментариях, кто что знает. Как бы, а на сегодня все. Всем, кому понравилось, подписываемся и ставим лайки. Всем пока!